В России стартовали военные маневры. «Восток-2018». Крупнейшие за последние почти 40 лет. Масштабные тренировки проходят на земле, в море и в воздухе. Мы, обычные люди в США, не хотим войны. Мы хотим мира, но наше правительство – это зло. Россия никогда не начинала войну. Россия ее заканчивала. Спасибо России за ликвидацию террористов НАТО в Сирии. Мы, индийцы, любим Россию. Вы настоящие друзья. Вы всегда помогали нам во всех войнах, которые у нас были. Мы не забыли, как ваши подводные лодки выгнали американские и британские авианосцы из Бенгальского залива во время создания Республики Бангладеш. Да здравствует Россия! Вы верные друзья! Россия и Китай, привет из Чили. Вы могли бы завоевать Британию только этими танками. Эти кадры заставляют меня беспокоиться. Как гражданина Словакии, они заставили бы меня противостоять другому славянскому народу, России, и бороться за глобалистов и агрессивное НАТО. Мне стыдно, что моя страна является частью НАТО. Трампу есть чему поучиться у Путина. Напоминает мне о подготовке с 1936 по 1939 год, когда мир готовился к неизбежному. Мы с вами, Россия, да пребудет с вами Аллах в этой борьбе против настоящего сионистского терроризма. Уважение из Польши. Привет из Германии, мы должны работать вместе. Я хотел бы, чтобы Индия также присоединилась к этим силам. Россия готова, всегда готова. Я верю в российскую военную мощь. Я надеюсь увидеть новый мировой порядок. Спасибо и уважение из Таиланда. Черт, как бы я хотел, чтобы это была моя страна. В России больше танков, чем людей. Вот почему не будет войны. Баланс сил у всех на виду. Кто-то должен быть сумасшедшим, чтобы сделать первый шаг. НАТО может запугивать маленькую слабую страну, но не в этом случае. Сколько оружия и солдат, удивительно, а также страшно. Правительства США и Израиля подталкивают к следующей войне. Позор их сторонникам и избирателям. Последняя защита от зла, от военно-промышленного комплекса США и Израиля.